Амброса Нери, Массимилиано Аллегри, который, несмотря на то, что выигрывает в последнее время в чемпионате. Заро, Валеро. Вот за первые 5 минут Шарави дважды мяч потерял, довольно простых стук. Заро. Заро. У нас сейчас преимущество у Фиорентины. Заро. Да, в принципе, игры Мантелло уже понятны по его третьей команде, большой команде, потому что он начинал в свое время в Европе. Что дальше? Штрафную площадь на Тони. Головой Лукас. Бербатов. Опасный момент. Пизарро. Красиво. Сыграл до этого Пизарро. Пускай. Будто бы приватных разговоров с Берлускони. Заро. Хороший пас на Льяй. При нем. Прежде всего, игра головой. Его грандиозный габарит. Все, команду покинет. Не знаю, когда, но покинет. Буатенг. Монталиво. Задумался Монталиво, а Пизарро как тут. Боян. Заро. Без него просто не пройдешь. Заро. Делает игра в Эль-Шаарави, не получил. Направо перевод. Очень хороший перевод. Касани. Заро. Да, вот он, ключевая фигура Фиорентини. Это Пизарро, безусловно. Пизарро. Квадрат. Пизарро. Выиграл Буэна. Монталиво. И справа уже. И это был момент, когда можно было что-то сравнять. Вот кто-то исчез. Фиорентини этим, конечно, грамотно воспользовался. И финальный свисток. Ромео. 3-1.